Мы очень хорошо начали матч и по игре, и по счету, и по отношению, по всем компонентам. Достаточно хорошо его двигали. Вот, минут 10-12, и счет был, и игра. Один момент был, да, который развернул немножко ситуацию, когда мы вышли один в ноль, не забили, и вот буквально следующий идет контратака, мы пропускаем, но в целом все, это достаточно такой момент, который мы могли, и мы его держали. Но начались сложности, когда мы начали за травм терять игроков, и в какой-то момент, конечно, было понятно, что интенсивность игры очень высокая, и очень трудно соблюдать и концентрацию, и внимание, и потери и второго вратаря, и игроков. И в какой-то момент, конечно, стало не хватать, и чуть-чуть какие-то самые ответственные моменты. Хотя, опять же, даже во втором тайме было достаточно моментов, чтобы игру развернуть. Ну, чувствовалось, что мы уже немножко подустали, соперник давил, ужал, и при счете ничейном, наверное, опять была ситуация, когда... Кто забьет этот еще один гол, потому что времени оставалось мало, обе команды уже подустали. Ну, гол пропустили мы, нам надо было раскрываться, а уже второй мяч. Опять же, игра 5 на 4, слишком устали все игроки для того, чтобы это делать квалифицированно и для того, чтобы постараться игру спасти. Очень, очень обидно и жалко, потому что я очень благодарен игрокам, потому что очень хорошее было отношение, очень хорошая была аура в начале игры, и потом здесь... Я не могу их обвинять, потому что в какой-то момент мы уже мало что могли себе позволить по ведению игры, потому что у нас осталось очень мало.